Блейнар представляет. Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас обзор последнего обновления в Rulebox. Да, достижение Slowpok получено. К чему бы это? А, ну да, обновление вышло, а я только сейчас его записываю. Ну, так уж получилось, ребята, да, сорян, постараюсь исправиться, и да, у нас теперь видосики будут по обновлению выходить вот так вот, как новости, да. Значит, смотрим. Я напоминаю, в описании у нас есть полный список всего, что изменено, добавлено и прочее, прочее. Ну, сейчас я вкратце покажу, расскажу, что да как. Значит, добавлено. Самое главное, это добавлена новая сила «Золотой мозг». Я, конечно, не сказал бы, что сила, ну, неважно. Потом я попозже свою мысль аргументирую. А сейчас, короче, там исправлено про королей, типа, что получение опыта теперь будет получаться опыт, вернее, добавлено, поправлюсь. Добавлено, лидеры будут получать по 10 опыта в год. Окей, исправлены всякие с безумием, прочими с опухолями баги, да, с кнопками, с статистикой, с курицами. Окей, кучу-кучу всего, ребят, ну вы этого можете почитать. Я не буду, наверное, все это озвучивать, да? Ну, это все можно почитать. Не будем затягивать, так сказать, ролик. Самое главное, это... Почему вот видите сейчас на карте у нас зомби, да? И люди, людишки. К чему бы это, да? А вот все дело в мозге. Кстати, да, модификацию уже тоже сделали под эту версию. Модификация очень полезная, позволяет очень много всего настраивать. Там просто нереально большое количество всяких плюшек. Плюс можно убирать лишний экран, допустим, да, очень даже комфортно. Очень удобно наблюдать. Значит, что у нас есть? Вот эта новая сила мозг, да? Золотой мозг притягивает существ, которые любят есть мозги. Brain. На самом-то деле они притягивают всех. Ну, вроде как всех монстров, кроме животных, волки и медведи, вроде как не притягиваются. Так вот, у нас всегда люди жаловались, что NPC, ну, именно вот зомби, прочие такие существа, они очень тупые. Они себе бродят вот как сейчас. Они даже не могут переплыть вот маленький ручеёчек, да, чтобы добраться до людишек. Мозги им, походу, не сильно нужны, да? И это, на самом деле, удручало всех, потому что, ну, нельзя симулировать полноценный зомби-апокалипсис. Теперь можно. Хотя они все равно будут туповаты, на самом-то деле. Сейчас мы попробуем показать, почему. Первым делом мы ставим мозг. Где-нибудь в деревне. Кстати, когда я тестировал, люди очень не любят мозги. Но сейчас вроде нормально. Интересно. Они у меня ломали мозги. А что происходит с зомби? А ничего, да? Они не любят. Все-таки, если нет территории, они, ну, тупят. Опять-таки, да? Да. А если побольше мозгов добавить? Ничего. Интересненько, да? А если добавить земли? Ну, походу, они все равно тупят слегка. Кстати, это ускорение стоит. Давайте добавим немножечко земли. Возможно, они чуть-чуть пораздупляться. Возможно, это маленькая недоработка. Возможно, дистанция большая, хотя кто же его знает. Давай добавим земли. И вот они. Они рванули! Заметьте, побежали все, даже дальние. Просто побежали все. Просто все зомби, которые были, они сразу побежали. То есть, должен быть какая-то территория, тогда они будут даже плыть. Даже вон плывут, собственно говоря, да? Они просто рушат все на своем пути и пытаются добраться до мозгов. Господи, это шикарно, на самом деле. Крайне шикарно. Это божественно. Единственный, конечно, маленький нюанс. Порой они тупят. То есть, если их не так много, они идут тупо до мозгов, часть их, по крайней мере. Все, что ли, убили всех? Да ладно. Зомби пали. Ну, они обычно тупят, идут к мозгам, игнорируя все. Но это не все. То есть, вот добавить, допустим, зомби сейчас немножечко. И понаблюдаем поближе. Допустим, вот у нас зомби есть. Они... Ну, хотя тут сейчас нормально вроде, да, они идут на людей. А может подальше их надо добавить? Блин, я не знаю, я просто замечал ситуацию такую, что зомби тупят и идут прям на мозги, игнорируя все. Ну, по крайней мере, часть из них точно. Ну, сейчас вроде это не работает, ну, ладно, окей. Может быть, это случайность была, окей. В принципе, это прикольно, да? Теперь можно реально устраивать, и, кстати, не только зомби, но и другие существа тоже притягиваются. Вот, холодки тоже бегут, рвутся к мозгам. А мозги! Да, о да. Это можно такие баталии устраивать, ребята. Правда, почему-то зомби стали слабенькие, да? Сколько было там зомби, а их всех перебили. Ну ладно. Но в целом, это обновление просто нереально крутое. Оно дает много-много возможностей.
А так как я снимаю мини-фильмы, кто не знает, уже два фильма, маленьких мини-фильма было на канале по Вордбоксу, обязательно посмотрите, ссылочки в описании, ну и в конце там еще будет плейлистик. Так вот, эта функция мне дает очень много возможностей для снятия фильмов, небольших наших. И у меня уже есть пару идей. Да-да-да, товарищи, очень круто можно сделать с этим всем. Но вот что интересно, ну подожди, если поставить мозги сейчас, допустим, вот здесь, и рядом людишек, то, по идее... Нет, они игнорируют. Как же они у меня раньше их ломали мозги? Странно. Ну, короче, бывают случаи, когда люди сами ломают мозги. Не знаю, сейчас не получилось повторить, но у меня такое было. Не знаю почему. Может быть, это другие расы на мозги влияют? Нет, вроде... Не хотят ломать, слушай, да? Странно. Ну, короче, у меня такое было, если что. Если как-то получится схватить этот момент, то я покажу. Ну, сейчас, увы. Кстати, модификации уже под эту версию довольно много пилят. Там еще лунный какой-то мод есть. Есть еще Blackwing мод, который пилят, правда, его еще пока пилят. Еще был какой-то мод на увеличение бомбы и прочих прелестей. Ну, если честно, я боюсь, что если запустить тот мод и закинуть бомбу, как я обычно закидываю, ну, это мой комп рипнется, наверное. Скорее всего, да? Ну, короче говоря, теперь возможностей, на самом деле, очень много возможностей у нас. Очень много. Просто нереально. Теперь можно... Ну да, зомби все равно остались тупые, но с помощью мозгов можно хоть чуть-чуть их направлять. По чуть-чуть, так сказать, по чуть-чуть, и будем выносить, как говорится. На самом деле, это круто. Это круто, и это обновление было, ну, реально неожиданно. Неожиданно, поэтому я, конечно же, его пропустил. Плюс у меня там еще DR было, стрим был большой. Плюс я подкаст писал. Оказывается, мы поиграли уже более чем 80 игр на канале. Жесть, конечно. Ух. Короче говоря, ну вот дефект, что нужна хоть какая-то территория, чтобы они по территории сразу сагрились. Причем агрятся все сразу, даже какие-то дальние. Лишь бы было хоть какой-то кусочек земли. Плывут, пофиг. Я, кстати, по-моему, впервые особо увидел, что зомби реально плывут к чему-то. Они редко плавают. Прям редко. Ну а тут реально прям плыли толпой. Толпущей огромной толпой, да? Ну это шикарно, я бы сказал. Ну, а по поводу того, что реально... Ну, у меня был такой случай, что люди уничтожили мозги, это было странно. Ну, ладно. Возможно, это не баг, а фича. Кто же их знает? А может, это ситуация такая попалась? Ну, возможно, повторим. Ребят, соберем 100 лайков. Даже, может быть, ну, больше 100 лайков. Плюс лайков. И на стриме мы поэкспериментируем. На стримах мы часто находили всякие приколюхи. Баги, лаги, приколюхи. Ну, и даже по одному багу я писал видосик. Ссылочка тоже будет в описании. Угу. Это было про багнутого дварфа, которого нельзя было убить, бессмертного. Угу. Было реально весело. Угу. Ну, короче, вы знаете, что делать. Если вам понравилось, жмя конечно кнопочку подписаться. Свой королевский лайк. И, конечно же, кнопочку колокольчик. Не забудьте нажать, если не хотите пропускать ничего интересного. Да-да-да. Также у нас есть Discord, сервер и группа ВК. Все в описании, товарищи, как и другая полезная информация. Вступайте туда, потому что YouTube не всегда присылает уведомления даже с колокольчиком. Но если вы его не нажмете, то вам точно вообще ничего не придет. А я знаю, что по статистике нас многие не нажали колокольчик. Так что, ребят, даже если вы нажимали, думали, нажимали, проверьте, потому что YouTube порой почему-то их снимает. YouTube вообще странная вещь. Проверяйте, перечки, подписаны ли вы на канал. И да, YouTube очень странно себя ведет в последнее время. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. Приходите к нам. Увидимся на видосе, как и в стримах. У нас много всего интересного. Пока-пока.